Это видео о монете Великобритании «Год крысы» 2020 года из новой серии «Лунный календарь» Королевского монетного двора Великобритании. Легенда «Первый за чертой» повествует нам о большой гонке между животными, чтобы определить порядок лунного календаря. Только первые 12 животных, которые пересекут финишную черту, смогут дать соответствующее имя в календаре. Когда-то крыса и кот были хорошими друзьями. Кот любил спать подольше, поэтому утром перед гонкой крыса согласилась разбудить его, но совсем забыла о своем обещании, и кот, проспав, упустил свой шанс принять участие в гонке. Разозлившись на своего бывшего друга, эти двое стали врагами, поэтому кошки охотятся на крыс каждый раз, когда их видят. Между тем крыса уговорила быка позволить ей прокатиться на спине, напевая, чтобы побудить его бежать быстрее. Прямо перед финишем крыса спрыгнула. Выскользнув впереди быка, она выиграла гонку, поэтому крыса – первое зодиакальное животное 12-летнего цикла лунного календаря. На реверсе монеты изображение крысы среди крупных экзотических цветов, и это свидетельствует о том, что крыса любит красивую жизнь. Правой передней лапой, придерживая хвост, который я сначала принял за ветку удивительных цветов, крыса смотрит вверх, видимо, наблюдая, нет ли угрозы, или высматривает, чем бы полакомиться. Вверху на английском надпись «Год крысы 2020», внизу китайский иероглиф «Крыса». На аверсе традиционно профиль королевы-долгожительницы и указанным на 5 фунтов, и надпись на латыни «Ее Величество, Царица и Защитница». Если вы собираете коллекцию монет зодиакальных знаков, то вам следует уже поторопиться, потому что таких монет уже мало. А точнее, на момент записи этого видео было только одно предложение от 800 гривен на аукционе, с возможностью приобрести сразу за 900 гривен. С каждым годом стоимость будет только расти, потому что монеты из серии, и все хотят собрать полную серию. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам крепкого здоровья и нумизматической удачи. Увидимся!